В ночь на субботу в киевском офисе газеты «Вести» прошли обыски. Как сообщала на своей странице в Facebook главный редактор издания Оксана Мельченко, в общей сложности продолжались они около 15 часов. По ее словам, в офисе раскуроченный потолок, куча мусора и разбитый сейф. Но, отметила Мельченко, следующий номер газеты в понедельник выйдет, будут работать сайт и радио.